Перед вами фотография Марка Семеновича Солонина, найденная мной на Яндексе. И после прочтения мною текста, может быть, кто-то догадается, почему я выбрал именно эту его фотографию с Маузером. Аналогию, важнейшую, самолета президента Польши. Катастрофы. С катастрофой Боинга МА-17 рейса. Марк Солонин прозевал. В последние миллисекунды их работы зарегистрировали самописцы Боинга. Прохождение взрывной волны. Через этого Боинга кабину. Потому Солонина с его предположением об объемном взрыве в польском самолете. Оглушительный неизбежно ждет провал. Извините, пересыхает горло. Регистрации отсутствие. Звука взрыва самописцами самолета польского. Последние миллисекунды их работы указывает на версии о взрыве в нем огромную щербину. Вот такие-то дела, Марк Солонин, Марк Семенович.